Всем привет, меня зовут Бахтин Артем, я занимаюсь сетевым бизнесом в сотрудничестве с компанией NL International. И сегодня впервые в жизни я брал интервью. Интервью я взял только что у предпринимателя сетевого маркетинга Кунибаева Асхада. Интервью получилось достаточно интересным, потому что Асхад занимается уже более 3 лет сетевым бизнесом, имеет огромный опыт и, соответственно, с ним со мной поделился. Какие выводы я сделал? Ну, первое, то, что интервью – это очень образовательный процесс. Второе, я считаю, что необходимо людям из разных компаний сетевых общаться друг с другом. Это обмен опытом колоссальный. Я получил очень много ответов на интересующие меня вопросы. Третье, то, что сегодня для меня было открытие, это то, что индустрия MLM охватывает не только продуктовый рынок, потому что НПФ на будущее расширяется как негосударственный пенсионный фонд. То есть для меня сегодня было откровением то, что MLM-индустрия имеет такой огромный охват. Также из интервью я понял, что многие люди приходят в MLM-бизнес примерно по тем же причинам, почему я это сделал. Люди приходят за чем-то новым, позитивным, хотят менять жизнь, хотят быть в потоке, достигать успехов. Это все, что я хотел сказать в этом видео. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Под видео есть ссылки на мои страницы в соцсетях. Добавляйтесь в друзья, будем дружить. И до встречи в следующем видео. В следующем видео мы рассмотрим еще один вопрос, связанный с MLM-бизнесом. Пока!